Дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ – приз для победителей конкурса «Молодой изобретатель Югры». Сегодня 70 югорчан презентовали свои проекты экспертному жюри. В финале участвуют школьники. У победителей конкурса также будет шанс получить приглашение на учебу в центр «Сириус». Дарья Минаева подробнее. Робот, который уберет осеннюю листву, или портативный нагреватель, с помощью которого можно открутить заржавевшие гайки. Такие идеи сегодня предлагают юные инженеры округа. Оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья – тоже одна из тем дискуссий. Этот прибор измеряет кислород в крови для людей с плохим зрением и незрячих, и в принципе с ОВЗ. Обычные пульсоксиметры, они продаются с маленьким экраном, и люди, которые плохо видят, могут не увидеть. А мой прибор может сказать это вслух цифры, да? И также из того, что датчик у меня сверху, можно приложить любую часть тела, то есть хоть ногу, хоть руку. А Михаил Вотинов и Степан Черняевка презентуют сегодня электронный санитар. Главная задача робота – дезинфицировать использованные маски. Когда мы выходили на улицу, мы увидели, как маски просто валялись на дорогах, летали везде. Мусорные ведра уже не спасали от этого. Мы провели опрос, и людям понравилась наша модель. И мы решили, что ее нужно сделать. Оценивают разработки ребят представители нефтяных компаний, эксперты технопарков и руководители институтов поддержки и развития бизнеса. Самый главный приз для наших участников – это возможность пообщаться, обсудить свой проект с экспертами, с нашими резидентами технопарка, с ребятами, которые уже реализовали свои инновационные стартапы, да, и получить, в общем-то, обратную связь и наставление, как дальше развивать свой проект. «Молодой изобретатель Югры» включен в перечень творческих конкурсов Министерства просвещения России. Дарья Минаева, Вадим Черняев, Вести Югория, Ханты-Мансийск.